для того, чтобы сейчас идет главный медосбор, я хочу вот эту семью подсилить с помощью летной пчелы из улья М2. Для этого я улей М2 отнесу метров на 10 отсюда, улей Л сдвину вот примерно сантиметров на 20, и вся летная пчела из улья М2 перелетит в Л. Сейчас как раз вот обеденное время, самый интенсивный лед пчел, значит, они должны все идти, пчелы, с нектаром, с пыльцой, ну, как и говорят, обножка. Так что сейчас вот этим делом я и займусь. Буду подсиливать вот эту семью. Потом чуть-чуть попозже буду ставить второй магазин в разрез. Но вообще, ну, может быть, поставлю один-два листочка, это видно будет. Если только для сотового меда. Ну, самая основная моя задача — это чтобы вся летная пчела из семьи М2 перелетела в семью L.